Из Москвы до Чебоксар на Сапсане. Госдума России одобрила проект по созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. Правда, какой конкретно город фигурирует в проекте, Канаш или действительно Чебоксары, пока неизвестно. Новая линия свяжет центральные, приволжские, а затем и уральские федеральные округа. Скорость дневных высокоскоростных поездов 200-400 км в час, ночных 140-200 км в час. Таким образом, до многих городов страны и столицы можно будет добраться менее чем за 2 часа. Финансирование проекта будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Государственный грант составит не более 70% от общей стоимости строительства.